Он еще работает? Да? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приятелися мы, и очисти мы от всякие скверны. И спаси, блаже души наша. Батюшка, здесь нет. Отец Небесный, мы просим благословения во имя Иисуса Христа, спасшего нас кровью Своей пречистой на Голгофском кресте. Мы достояние Твое, Господи. Научи нас ценить это общение. Положи нам на сердце во всем полагаться на Тебя и ждать ответа Твоего, соглашаясь со всем, что Ты посылаешь. За все тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь. Так, кто что из фруктов принес детям? Давайте я сразу отнесу. Еще один. Так, быстро, проходите, занимайте там. Вот туда садитесь, не разговаривайте, пожалуйста. Выступайте, направо проходите. Виктор Андреевич, объявления какие можно? Ну, начинайте. Так, Игорь, Библию принес? Да. Давай сюда поближе. Так, послушайте, какие будут объявления. Так, иди сюда, читать будешь. Открывай. Да, переводи. Да. Вторую Маковейскую, четвертую главу. Открылись Олимпийские игры, последнее известие. Я не знаю, насколько достоверно, поэтому говорю как бы неопределенно. Будто бы там видели Путина и видели патриарха. А что такое? Патриарха не было. Не было. Так, но благословение... Патриарха не было как в этот было? День. Накануне он был. Служил молебен. Конечно, был. День открытия не было. День открытия там его не было. Какая разница? Главное, что молебен какой был? О том, чтобы не было Олимпийских игр? Или да, был? Ну... Чтобы Господь благословил спортсменов, чтобы дал им духа, бодрости, вдохновения, чтобы победить. Да, все понял. И меня спрашивают об этом, поэтому остальное я уже знаю, как вот этот момент я не знаю. Вчера передают уже наши там на 15-м, на 28-м месте, где-то так, да, примерно. Ни одной медали не заработали. Берите. А еще игры кончили, что ли? Да ну, один день только еще было, еще было в следующей неделе. Позора. Ну хорошо, Машка, говори, что есть. Россия. Ну вот. Олимпийского позора. Что-что? Я говорю, две недели олимпийского позора. Так, сегодня за литургией мы читали два Евангелия, чтение было. О чем было первое Евангелие? Кто скажет? Мытари и фарисеи. А мытари и фарисеи. А прошлое воскресенье о чем было, кто-нибудь помнит? Азахей. Азахей кто был? Мытарь был. Прошлое воскресенье мытаря вспоминали, и в это воскресенье опять мытарь.
Это уже по богослужебному кругу называется, в этой неделе называется неделя мытаря и фарисея. То есть идет уже, скажем, церковь готовит нас к посту, по причину великого поста. Прошлое воскресенье нам показано было, как некий человек Захей, мытарь был, мал был ростом, но хотел видеть очень этого проповедника, который ходит, но не мог, потому что мал был ростом, а народу много окружало его, и он из-за народа, видать, ниже всех был, не мог даже видеть. И для того, чтобы увидеть Христа, он залез на смоковницу, то есть поднялся от земли повыше. Мы часто вот так же не видим благ, которые нам преподает Господь наш. Мы часто не видим Христа, потому что выше нас стоят все наши житейские заботы. Вот, жизнь это. Нужно над всем этим приподняться повыше. Тогда мы увидим это. Мы часто думаем, ну вот совершается так, что-то случилось, а так. И часто те чуда, которые Господь нам посылает, мы не замечаем их даже. А думаю, ну это так, стечение обстоятельств, просто так это случилось, а что-то вот это случайно. Случайно не бывает ничего. Вот. И сегодня нам, в прошлый раз было воскресенье показано, как, смотрите, когда он увидел Христа, и он не просто из любопытства, а он, у него сердце к этому было расположено, горело, увидеть только бы его. И когда увидел, то что? У него пришло покаянное чувство. Зайди ко мне, в дом к себе привел. Воздам четверо, кого обидел, говорит. Полымение моего раздам нищим. Все. Сегодняшний, видим, мытарь. Зашли, как в беседе Иоанна Златоуста говорит. Зашли, говорит, они... храм молиться. Фарисей говорит, у него был полный корабль, нагруженный богатством. То есть все, он два раза в неделю постился. Десятину от всего, что приобретал, выделял. То есть все, что нужно было по закону, он тщательно все старался это исполнить. А мытарь не имел ничего этого. Но у него было сокрушенное сердце. Он знал в себе свои грехи, сколько их он обидел, обобрал, последнее отнимал у вдов, у неимущих. Это всегда было. Мытарь – это налоговый инспектор. Вот. Сегодня то же самое есть это. Они налог взыщут с того, что если ты не доплатил одну копейку, это уже никогда не простится тебе. Будут письма присылают. Действительно, было такое, несколько копеек, и присылает письмо с налоговой инспекторе, что у вас задолженности там буквально копейки. А те, которые не платят миллионно, тем ничего проходит. Вот. И он, говорит, не мог поднять небо, глаза на небо, потому что осуждало небо. На людей глянуть тоже не мог, все осуждающие взгляды на небо, поэтому он пустил, говорит, взор долу и говорит, Боже, милости в буди ко мне грешному. А фарисей как молился. Я, Господи, то-то имею, все. И вот через это, говорит, он, говорит святитель Иоанн Златоуст, через это, говорит, он как через пробоину все, говорит, потерял, вытерял, выплыло у него из этого все. А мытарь приобрел все это, ушел более оправданным, нежели там. Не записано, что фарисей был осужденный, но менее оправданный ушел. Об этом нам напоминает сегодня это евангельское чтение, что мы должны не более смотреть, кто и как. Это я, говорит, не так, не такой, как тот мытарь. Вот. Если что-то и сделали мы благое, то сделали только то, что должны были сделать. А не сделали это, ведь мы больше не сделали то, что должны были сделать. А мы если сделали что-то, то вот я сделал, а вот он этого не делает, он не такой, как я. То есть трудно быть, стяжать смирение. Об этом говорится и в Священном Писании, и в житиях святых, что смирение очень
важные, важные на пути спасения. Вот об этом я немного вам на последующей неделе, будет неделя о блудном сыне. То есть тоже будет притча о блудном сыне, как ушел в далекую страну, он оставив отца, взял часть имения, которое растратил там, живя распутно. Вот. Ну и далее, помните. Потом будет далее неделя о страшном суде. Вот все нам приводится на память, то есть церковь приводит к покаянию. А если мы еще не вразумляем, тогда приводится картина страшного суда. Смотри, что будет тогда, если ты не исправишь свою жизнь и покаянием, и милостыней. Следующее, мой приезд будет через неделю, то есть через воскресенье. А потом сразу следующее воскресенье, на прощенное воскресенье. Вот. Ко мне какие вопросы есть? Еще нет, ничего. Ну, у нас там все, все живы, кто были. Все, таких никаких особых происшествий нет, нет случившихся. Вот. Все, ну так вот. А? Поезд останавливается. Да. Поезд останавливается. Поезд останавливается не просто, а раньше бывало протянет вагон далеко-далеко, а сейчас мы стоим где, и точно вагон останавливается точно против нас, где мы стоим. Но он идет, поезд, а я заранее там фонариком покручу, он значит, пи-пи-пи, три раза, значит, посигналит. И когда подъезжает, мы рукой помашем, он еще посигналит нам, приветствие. Останавливается. Заходим мы в этот, а она только спросила, вы трое? Да, трое, проходите его. Даже не спрашивает ни билеты, не спрашивает уже у нас. Потому что у нее уже билеты наши есть у проводника. Брали. Мы трое садились. Я, Ирина Устинова поехала. Мама, что там сильно не заболела, поехала в Томск. Вот. И Нелли Александровна. Ехали мы втроем. В вагоне, конечно, много народу было, но сидеть можно было где-то. Сидели мы. Так, поезд останавливается пока. Еще что? Ничего больше нет, конечно. Ну все, продолжайте тогда. Так. Слушайте внимательно, что будет читаться сейчас? А я на небольшие комментарии буду давать. С 12-го? Вторая книга. С 12-го стиха? Да, с 13-го. 12 стих. Второе Маковейское? Да, Маковейское, вторая. 4 глава, 12 стих. Иные говорят, ну вы говорите, а Библия-то молчит про Олимпийские игры. Да люди просто не читают Библию. А о спорте она ничего не говорит. Говорит и о спорте. Я хочу напомнить, я когда-то... не часто, но приходилось встречаться. В Академгородке, Новосибирске, призвали меня туда. И там большой какой-то, не знаю, клуб или что. Ну, дом там ученых. Не нам считали люди. Но я вышел с Библии и показываю в зале. Говорю, вот книга, Святая Библия, она отвечает на все вопросы. Но я не знал, кто здесь сидит. Оказывается, там были люди, которые уже посещали... молитвенные дома разных, которые появились, баптисты и другие. И один человек сразу же встал и сказал, а это не так. Библия на все не может отвечать. Я не знал, что он знает Библию, и что у него с собой Библия. Но я уже слово сказал. Я говорю, ну если я вам отвечу сейчас на два вопроса и три, если вы лично зададите, то вы перед всем народом сможете встать и сказать, что я виновен, я не знал Библию. Согласен, я слышал хорошо, и ответ его расслышал нормально. Я ответил. Он задает вопрос непростой. Далеко не каждый, даже священник, на него ответит. Видно, что я сразу с первого его вопроса понял, этот человек держит в руках Библию и с кем-то встречался. На эти вопросы натолкнуться самому очень трудно. Это уже какой-то ум религиозно-аналитический должен быть. И я ему ответил. Он не возразил. Еще вопрос ответил. Он встал, сразу сказал, я не прав был, и пошел. А началось только, что у нас там не собрание, а для чего меня пригласили туда. Во-первых, человек честный, знающий. А потом мне сказали, такой-то профессор, там академик, и он, говорит, баптиста посещает. Уже, видимо, не один день там был. И вот теперь мы на это отвечаем.
Телесное упражнение мало полезно. Вы считали такое? Павел говорит, он не сказал, что оно бесполезное. Большой спорт опасен, смертельно опасен. И чемпионы мира, которые есть, редко-редко, которые заканчивают жизнь нормально. Я сейчас прошу молодых, кто такой Жаботинский? Юрий Власов. Понятно. Тяжелоатлет. Тяжелоатлет. Вы знаете, когда он поднимал, пошатнулся, и раздавленные позвонки, и дальше о себе, он, журнал «Огонек» был такой большой, не знаю, идет он или нет сейчас. «Огонек»? Центральный журнал был такой, там, короче, еще работали другие. И он полностью парализованный, как он опять поднимался. И чтобы сойти ему с третьего этажа вниз, жена ему 3 свитера меняла. Он совершенно беспомощный стал. Владимир Куц. 5 и 10 тысяч километров в Мельбурне его. Олимпийский чемпион. Спился и умер. И это не один. Точно так, который мисс Европа и другие. У Живкова была, он президент, или когда-то генеральный секретарь. Дочь заняла это место. И вскоре кончает жизнь самоубийством и прочее. Это не просто так. Мир что-то дает, он за это очень многое потребует. Теперь об Олимпийских играх. Откуда они пришли к нам? Считаем Библию святую. Намеренно под самой крепостью построил он училище для телесного упражнения юношей и, привлекши лучших из юношей, подводил их под срамную покрышку. Под срамную как покрышку. Лучшие юноши, иудейские, и пошли туда. Ну а что особенного? Я занимаюсь спортом. Так. Ну я... Ни, секрета никакого не делаю. Зоя, сынок-то твой как? Ходит в церковь? Ну, он в момент живет. Он увлекался спортом. Нет. Он был у нас, я не знаю, был членом общины или нет. Он. Был. И он стал спрашивать, вот, пожалуй, живая мать здесь. Я сказал, спорт это неплохо. Когда ты дома встал, зарядку сделал, чтобы быть настроенным на молитву. Не спать на молитве, это не позевать. А я не могу. Кажется, он работал чуть ли не в милиции, нет? Да, в милиции. Сейчас. В милиции? Ну, тем более. Чем они заканчивают? К нам по Теряевку приезжает Вагнер Николай Николаевич. Он моложе тебя, наверное, даже. Моложе батюшки. 49-го. Я одного человека такого знаю. В правительстве у всех высшее образование. Но 2 университета было у Горбачева Михаила Сергеевича. У этого Вагнера 4 высших учебных заведения. Что такое юридически кончить, знаете? Он в 3 родах войск был полковником. 13-кратный чемпион России по дзюдо среди МВД. Это надо понимать, какая сила. Что? Внезапно умер, все. Прижал по Теряевку не раз. Его неоднократно представляли на не соискание премии, а быть генералом. Но это дело его везде останавливало. И все. Собрался лететь в аэровокзале, сразу упал и умер. Он у меня в книгах даже есть фотографирован. Там смотреть... То есть экстра-класс мужчина во всех отношениях, видом, всем он, но один порог его тянул и тянул, и наконец он умер, лишний вес. Я ему стал говорить, он говорит, ну как вот не встретимся, он ко мне сейчас расположил, ты опять меня, говорит, рылом об землю. Я говорю, тебя это погубит, сердце не может накачивать такой сутунок больше центера крови, у него не хватит силы, у поршней, так и случилось. Это я говорю только о которых я лично знал. По Теряевку приезжали такие, но они невысокие чемпионы. Там республиканские где-то пониже. Работать совершенно не умеют. Ему надо, чтобы на него смотрели, чтобы он один раз прыгал, копье метнул, на 1 сантиметр дальше и теперь гоголем ходит. А которые не первое место показывают, они в истерике падают, катаются, ревут, их все уговаривают там. Они сумасшедшие. За 1 сантиметр. Валерий Брумер, помните, как летал Каптиса? А дальше что? Поломанные, растянутые, операцию за операцией делает ему Елизаров. Наращивает сантиметры. Он хромоногий не может идти. Олимпийский чемпион. И вот под срамную эту покрышку, выражение-то какое, подвел лучших юношей. Кто? Князь мира сего. Ну а где же священство было? А мы смотрим, где они за один день раньше и благословляют. Это такие же патриархи, они под срамной покрышкой. Считай дальше. Так явилась склонность к еллинизму. И сближение с иноплеменчеством, вследствие непомерного нечестия Иасона, этого безбожника, а не первосвященника. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику, и презирая храм, и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх палестры по призыву бросаемого диска. По призыву бросаемого. Сейчас
факел и какое-то что-то первое играет, а тогда диск надо было бросать, и за диском тогда уже начинались открытия Олимпийских игр. Кто? Первосвященник, патриарх тогдашний. А священники что? Еще раз прощи, какие они были? Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику. Все. Достаточно быть неревностным. Ну так пришел, отстоял соглашенными, несоглашенными. Похожу маленько, а потом да пошли бы совсем. Только ревностный доходит до вершины. Неревностный он у подножия горы стоит. Он ждет, где отстать, под кустик сесть. По Теряевке начинается деревня строиться, приезжают спортивные люди. Жара. Он маленько уже сел, в тенечек сидит. Ну осень грядет, домов нету, мы на пустыре начинаем строиться, это работает и ничего подобного. А другой, который никакого спортивного уровня не имеет, он пашет и пашет. Вот где, под срамную покрышку, куда проводят, где первосвященник здесь, а священники, о них упоминаются. Все понятно. Еще дальше, ты считаешь, что не досчитал? Ни во что ставили они отечественный почет, только еленские почести признавали наилучшими. Это понятно. Награды у патриарха Алексея I 4 ордена Красного Знамени. Поздравляю. Что-то говорит или нет? Это от юности человек, посвятивший себя Богу и от мирской власти. Ну, к примеру сказать, как апостол Павел от Нерона, от Ирода или от Кесаря получал бы ордена. Ну не ордена, тогда какая-нибудь покрышка срамная там или что-то. Пояса. Разницы нет. Ну вообразить, можно это или нет? Я не отнимаю ни благодати, ничего, но слишком уж все так никуда идет это. Они ни во что ставили награду, которая от Бога. Когда бы сказали, да, вот этот человек, и дальше какой-то златоуст. Как женщина закричала, золотые уста твои, и так прозвище и прилипло к нему. Да разве от этих можно сказать-то? Без бумажки слова не скажут. И когда говорят они без бумажки, я сижу, ну скажи. Нет, по-своему лепит и все. Библии рядом вообще не бывало у них. Отвечает на вопросы и совершенно не туда тянет. И никто этого не видит. Почему ослепленный народ? Сейчас у телевизоров будут пропадать. А почему? А Осипов сказал, Осипова нашли. Главный ориентир сегодня Осипов. Всю жизнь беззаконник жил. И под старость такой же кончает, а Осипов хорошо говорит. Ни постов, ничего не надо. Я против постов, заявляю, против. Это не евангельские посты. Не успели отпоститься, опять посты уже. Опять уже залез Закхей, смотрит, далеко еще до поста или нет. Он зачем залез-то? А он как раз является первым знаком подготовки к посту. Но они есть. Я православный, поэтому я строжайше выполняю. Но у вас какая-то раздвоенность. Я говорю, у меня расстроенность. Я знаю, что не евангельская, но они приняты, и вопрос закончен. Я православный. В это имя включается все, что церковь приняла, все каноны. Все 719 правил. Ежедневно надо в них смотреть. Так, все, закрывать можешь. Так, смотрите, как относиться к спорту, как относиться к Олимпийским играм. А надо ли о них молиться? Молиться надо. Молиться надо, чтобы прикрыли эту лавочку. Вы думаете, что Олимпийские игры вот сейчас... Пошел туда президент, он просто так. Пришел и у нас тоже был брат, который собирался туда ехать работать. Был такой? Он сидит, улыбается, спортсмен. Он съездил. Но, я не знаю, повлиял ли мой разговор на него или что. Или как-то сыграла какую-то роль? Да. Сыграла. Ну, слава Христу. Бог тебя прокормит, дорогой брат. Ты не участвовал в нечестии. Руки твои не осквернены этими деньгами. Так, не упадите, держитесь за скамейкой. Я вам назову цифру. Цифра, которая озвучена, которая стоит, но она, говорят, далеко-далеко не полная. Может, в разы. В разы это означает в несколько раз. 214 миллиардов ухлопали. И теперь там ни спорта не будет. Ну, Сочи. Ну, кто там? Приедут люди, которые от жира бесятся. Они полезут туда прыгать, копье кидать. Да, конечно, нет. Это более 5 миллиардов евро. Если никому не понятно, что это такое. Но это есть, никуда. Но есть более есть цифра немного другая. Полтора триллиона. Я то, что взял, ниоткуда-то, с интернета. Это, скорее всего, правильно. Прямо озвучили на Олимпиаду, где идут эти ролики, там все это показывают. Вот так. Триллион ушел по карману. А для чего это нужно, спроси. Эти деньги нельзя ли было туда, где сегодня, ну, беда, кричат. Беспризорных больше миллиона. И не озвучивают цифру до 3 миллионов беспризорных детей. Надо было учителям повысить зарплату. Врачам.
Ну необходимо просто это. На ветер, это абсолютно на ветер. Вы знаете, когда поехали на другие там были игры, патриарх благословил, продулись, пух и прах, приехали, вообще ничего нету. Так сколько в интернете хулы-то было, ваше благословение, на какую роль играет мы? Поменьше пить. В Китае были, Китай собирает золотые медали, а наши гуляют в это время. Ну, не наши, то есть безбожники российские. Они, а то я себя к ним записал уже. Не надо. Но все равно же думаешь, ну неплохо, когда русские люди покажут себя. Я против, но внутри я все равно чувствую, что... Ну большая же разница. Есть такое. И вот они там черные, негры, мулаты, все эти бегут, и все первое место. Я вчера тоже посмотрел. Посмотрел, как копье кидают, посмотрел, как они прыгают, как называется, тройной прыжок где-то. И все сидят и рассуждают, как так? Все одинаково у него, на один метр летит дальше, да это уже не сантиметр и прочее. Олимпийский чемпион, я сейчас не знаю сколько, 6 медалей собрал в прошлые игры. Пловец. И что теперь? А он урод. У него непропорциональные руки. Начали искать. Урод. То есть я вот такой есть, маленький коротышка. Это самое нормальное. Поэтому в росу пускай всех бычков делают. Я немножко только вам хочу сказать. Вот смотрите, пожалуйста. Вот эти журналы «Душа». Кто к нам принес сюда? Поднимите руку. Принесла ты. Где, сестра, ты взяла ее? Я беру с октября месяца в Дмитрия Ростовского храме. Маленько поговорите, потому что это видно было. Дмитрия Ростовского в храме. В храме, да? Да. Так, и там не ограничено, тебе разрешают столько брать. Сколько я прошу, столько они дадут. Только дадут. Благодарю. Дело вот в чем. Апостол Павел, откуда он брал, я не знаю. Ну, и не я один, никто не знает. И он говорит, сам, с большой буквы, сам Господь сказал, блажение давать, нежели брать. Христос не говорил этого. Ну не говорил. Это, ну говорил, ну покажи, где говорил тогда. Считается, что это, когда ему Христос являлся, и он ему это сказал. Другого объяснения просто нет. Но правильно, это не противоречит тому. Блажение давать. Так вот люди, которые дают, которые вы, они блажение нас. Давайте устроим Олимпийские игры. Мы не хотим быть сзади, мы займем первое место. Свой журнал. Значит, просьба. Кому нужны эти журналы? Мой отзыв, я все не считал. Журналы, ну где считал, все признаю хорошими. Видно, хороший коллектив набран. Ну, что я хвалю, это не означает, что именно так. Может быть, что-то есть там не так. Я всегда говорю, у Путина хорошие советники. Он предвосхищает события. Так, пожалуйста. Я вот эти журналы приношу с октября месяца к нам. И все берут, и все читают. И те, кто находит, что этот журнал достоин, все перечисляют деньги. И я таких знаю в нашей общине. Галина Ивановна Кубайкина, Татьяна Кузьминична Капустина, два. Александра Михайловна, три. Галина Николаевна, четыре. Лидия Павловна, пять. И я многих еще кого не знаю. Так. Но они перечисляют с октября, как я начала носить, как они начали книги эти, ой, вернее, журналы эти читать, все перечисляют. Так, кому журналы нужны, по рядам пустите. Я к чему это все сказал? К тому, чтобы кто что-то имеет, вот сюда вот, перед Галиной Ивановной, положите деньги. Ну, чтобы она была не трехзначная цифра, а хоть четырехзначная. И послать, там есть адрес где, поблагодарить. А я вчера с журналами сфотографировал людей, им пошли, им будет очень приятно. Я знаю, когда отзывы благоприятные, вот нам дают Евангелие, где мы получали от Гедеоновых братьев, они всегда говорят, где раздаете, сфотографируйте, чтобы видно было, что вы отдаете-то где-то. Понятно? Ну сколько ваше сердце расположено, ограничений нет, вот сюда деньги, Галина Ивановна пошлет. Она адрес знает. Да тут телефон, нет, тут там в журнале есть конкретно, куда отправлять. Да. И каждый человек, который считает, что журнал достоин этого, и что надо ему помочь, чтобы он развивался и больше экземпляров было, он каждый перечислит, потому что сейчас нет уже... Ну потом принесете, я подумал, что лучше вместе. Сделайте, как она говорит. Лучше вместе, конечно. Сделайте. Я думаю, что лучше вместе. Ну может кто-то... Там каждый месяц. Денег много нет, какая-то сотня всего. Ну,
что, я пойду на почту, там, тем более, ну, передам до передачи. У каждого есть телефоны сотовые. И каждый перечисляет на содержание своего телефона. И поэтому иди и заплати за журналы, плюс еще на свой телефон, на этот телефон. А если у кого, кому не нравится или кто не хочет, тот и не платит. А кому понравилось, это все перечисляют. Вложение давать, значит, нужно это всегда держать перед собой. Сколько бы мы ни платили, но все равно мы не на последнем месте будем. За два года мы пожертвовали только наше, что у нас есть. Это не журнал, не журналы, на 7 миллионов 150 тысяч. Это чего-то стоит. Кто-то помогал, кто-то был. Ясно, что я не на свои средства издавал. Это маленькие такие объявления. Так. У меня несколько моментов здесь есть. Вы когда вот берете Евангелие вот эти, всегда помните, кто их издавал. За часть мы платили, за часть я за свои книги дал. Ну и просто для детей, которые брали, тут приезжал пресвитер баптистский с женой, я говорил. И как-то Бог делает так, что мы богатые. И зимой, этой зимой у меня стали спрашивать много Евангелия. Ну Евангелие, ну на Евангелие, да не один. Я дал 350 сразу. Проходит неделя, говорит, необыкновенно, никогда столько людей не было в библиотеку. Идут и идут, еще можете дать? Разговоров нет, я сразу даю указание. 3 коробки, 1000 Евангелий. В это время с другого места, наш отец Павел, еще ящик, приезжает еще. То есть мы настолько богаты, что мы считаем не Евангелиями, а и коробками большими. Это Бог сделал так. Почему? А мы щедро сеем и щедро жнем. На таких людей Бог вывел. Привезли. И надо молиться об этом. Вы молитесь, чтобы дальше не оскудела рука дающая, где мы бываем. Наши руки Бог благословил. Если Господь благословит, то нынче путь наш опять пойдет. Уже почти определенно 27 мая мы должны выехать рано утром. 5 июня мы должны пересечь Шенгенскую зону. Примерно уже начинает выявляться, как это будет. Как это? В каком месте? Ну, Виктор сказал, люди, непонятно только Болгария и Румыния в Шенгенской или зоне. По сей день не могу понять. Их не принимают, и все, две страны. И одна страна, которая в Шенгенской зоне 25, если против, тогда уже не примут. Почему? Много грязи, мусора от них, и воруют много. Вот это мнение о народе. Мелкий народ какой, ленивый и вороватый. Пржевальский киргизов так заклеймил, ну или сказать, дал характеристику. По сегодняшний день они злятся на него. Народ низкий ростом, совершенно не хочет работать, только скакать на конях. И вороватый, еще не усмотрел, утащит. А нас какую характеристику оставим поколениям? Понимали мы, что мы делаем для будущего поколения? Это вот несколько моментов такой, таких. Я чтецам хочу сказать, вы считаете тихо, когда спиной к народу повернут, и я стою, ничего не слышу. Рядом. Когда головой сюда поворачивается Игорь Добылов, считает, я все слова слышу. Даже батюшка говорит. И то слышу. Говорите, считайте во весь голос. Даже все, когда сзади там еще, дальше люди стоят. Я прошу просто, считайте. Не один раз, думаю, забываю сказать. Я говорю о маленьких вещах, но из этих маленьких вещей мы составим что-то. У нас есть люди, которым уже неоднократно делали замечания не нарушать общий порядок. Я задумался, ну почему, с чем это связано? Спрашивают, ты что-то лучше имеешь, предложишь, ничего нету. Набутусился, все. Я стал смотреть, в чем это дело. В обоих именах есть слово «царь». Царь. Знаете, я... Простое дело, но начинаю в голове проворачивать. Царь переводится по-гречески Василий, Василиос. Вот он сидит, я уже сколько замечаний делал. А около него я поставил сейчас специально, у нас избран наблюдатель за порядком, Игорь Добунов. И законно избранный. Я ему запретил, Василий, туда заходить и на кухню. Заходи вперед только дело. Опять? Там зачем ты? А я замерз. То есть, что я говорю, ну, внимание, я замерз, по боку все правила. Я сюда завожу, вот здесь батарея сидит, одевшись, все раздеты, один я буду в шубе. Ну, когда заходить, в это время ты начинаешь ходить, искать где. То есть, все делать на своем. Не думайте, что человек молчит, и там благополучно.
Значит, будете обедать здесь? Я не вижу Людмилы Степановны. Болеет. Болеет. Скажите ей еще раз, чтобы не нарушали относительно Василия порядок. Он царь. Но нужно быть царем внутри, а не так, говорит, без царя в голове. Когда сидит за столом, все, что вокруг, подтягивает к себе, и после этого сидит еще два раза дольше сидит. Ложить меньше, как в лагере у нас, чтобы он успел вместе со всеми сойти. Он совершенно один. Никого не признает. Это нехорошо. Наш брат и бросил на произвол судьбы. Туда не заходить, вместе со столом, среди... Отдельно никуда его нет. Налили, он не съедает. А выходить надо вместе. Три человека, если еще едят, уже звонок бьет. Я видел это везде. И в лагере, и в монастыре. Одного никто не ждет. Что, а я не доел, и стойте все. Этого никогда не будет. И у женщин точно та же история. Надежда Васильевна. Я попрошу за ней Александру Михайловну специально наблюдать. Наблюдать специально. Человек, который не подчиняется правилам. Дали сигнал на 7. Даже сейчас может в этот момент забунтовать. Никак. Вот в это время кого-то хватает, кого-то разговаривает. Я тогда говорю, проще всего не заходи тогда туда, а соглашенными стой. Или зайди заранее минуты за 3 сядь раньше-то. Я не буду пока раздеваться, пока. А когда заходить, начинает метаться, за руки хватать, что-то сказать надо. Тут Василий, там Василий. Только здесь отец, так, наверное, он отец. Чтобы этого не было. У нас община, не проходной двор. А это проявляется и в другом, и на работе, где был, все настаивает на своем. Все до одного заходят, все кроме одного. С той и с другой стороны. Искушение. Я староста и обязан наблюдать за этим. Так, Александра Михайловна. О всех непослушаниях тут же выносили сюда. Потому что я сначала наедине говорил раз 10 каждому. Потом с двумя-тремя братьями. Это, когда тебя обидят, тогда я должен так. А тут меня никто не обижал. Это наш общий порядок. У меня несколько еще вопросов было, которые хотелось и даже... поднять их. Поднять, да говорит, и не опустить. Давай. Можно я про Олимпийские игры еще скажу? Ну, немножко. Да, немного. Ну, во-первых, я не знаю, как-то Игнат Игнатьевич, он все время смягчает. Ну, под, к примеру, говорит, что не евангельское там монашество, там, не евангельское установление, не говорит, что это, допустим, от сатаны. Ну, и также он, я вижу, тоже смягчает и здесь тоже. Про спорт, на всякий случай, я думаю, не знаю почему. Но священники, они впрямую призывают благословение, только от кого непонятно. А вот сидит, показывают передача «Встреча общественности», и всяких чемпионов, и депутаты, кого только нету. И сидит там архимандрит Алексий, духовник нашей сборной в 1912 году на Олимпийских играх. И сидит, рассказывает о том, какая благодать на всех снисходит, когда начинаются эти Олимпийские игры. Рассказывает о том, как к нему приходят за советами и на исповедь спортсмены. И что после этого у них золотые и серебряные медали постоянно. И в конечном итоге говорит, ну и как вы все, батюшка, закончите вот ваше выступление, что вы скажете? И он, ну что я могу сказать, что и все, Россия вперед. И дальше. Комментаторы идут, вот там этот идет, они показывают коротко такими нарезками, как происходит вот, торжественное открытие. И там один комментатор, он такой постоянно так быстро говорит, и он говорит, ну и заговорился, и сказал правду. И говорит, тут, говорит, до такой степени вот торжественно, вот так прям аж все поет внутри, и охота прям поклониться этим олимпийским богам. Ну, что бы не сказать патриарху-то про этих богов, почему журналист-то должен проговариваться об этом? То есть все идет к тому, чтобы насадить язычество, и там у них идет такой девиз, что то, что вы сейчас видите, это новая Россия, это Россия вперед, это новое направление. А направление только одно, язычество, больше ничего нету. И патриарх стоит в олимпийской куртке с кольцами. И благословляет спортсменов, чтобы больше золотых медалей было. То есть все это есть, как оно есть прям. Почему нужно об этом умолчать? И основная покрышка, это как раз стадион закрытый. Покрышка сверху, чтобы вода не капала и можно было заниматься всегда. Молиться-то не всегда можно, когда большой дождь.
Говорит, продрогнешь? А занимайтесь всегда, ребята. То есть этим олимпийским богам в любое время можно молиться. Но, а говорится, молитве это только час. Да и молитвы-то нету после этого. Какая молитва? Когда они прям своими устами произносят «Олимпиада». Это только одно поклонение олимпийским богам, которые на горе Олимп. Там Зевс у них главный. Ну, пока про олимпийские уж так вернулись опять. Что-то кто-то имеет сказать в защиту олимпийских игр-то. Защита. Такие деньги угрохали, ну хоть кто-то должен заступиться-то. Это дымное надмение мира. Отрезанный до Алтайского края-то. Что, ничего нету? Защиту нет. Знаете, вот я плохо слышу. Но когда я не слышу, это не означает, что я не думаю. Я сегодня успел во время службы, где что не слышал, это полностью пройти блаженство еще один раз. И с другой стороны посмотреть. С той стороны, где мы участвуем в нарушении этих блаженств, и как будто мы этого не видим. Мы это, я думаю, что как большинство людей. Потом я отдельно коснусь этого. Вот, блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю. Это, понимаете, это ни один человек не мог поверить в то время, что действительно, ну кроткие, да у тебя из зубов выдернут, из-под ног у тебя выдернут. За землю как надо бороться, люди, смотри, Карабах какой устраивает. Ну и армяне кроткие, азербайджанцы более сильные, смелые, мужественные, и что, в один день все отняли. И там христиане, тут мусульмане еще, там оправдание есть, что у них другой устав. Но христианам-то. И что, я буду молчать, и у меня будет все... На какой земле тогда вопрос речь идет? И как я ее наследую? И по порядку все заповеди, посмотрите где, о которых говорится. Исполняю их или нет? И что я за это получаю, обещанное или нет? Блаженное чистое сердце, ибо они Бога узрят. Это одно блаженство, помогающее увидеть Бога чистым сердцем. Да если ты будешь чистым сердцем, как ребенок, ну вообрази, у тебя вот маленькая девочка, и вот она в характере осталась та же самая, такая же красавица выросла, и ничего плохого от твоих старших дочерей не научилась, от мужа неверующего не научилась, ну вот такая вот она и выросла-то. Ты понимаешь, она будет уязвимая, через порог ей шагнуть нельзя. Но Бог-то обещает, что она Бога узрит. А если она Бога узрит, она испугается, как я перед таким... Богом могу по-другому себя вести. И она скажет, отдаю себя под твою охрану, Господи. Вот сегодня мы считали, слышали Иоанна Златоуста как раз. Мы должны провернуть это в сознание. На сегодняшний день и конкретно к моей семье эти заповеди играют или нет. Роль какую-то. Но блаженны миротворцы, ибо наречены сынами Божьими будут. Да найдите мне миротворца, где стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи. Якобы Серафим сказал. Я говорю, Серафим сказал, больше 150 лет назад еще нигде это не исполнилось, ни разу. Нигде. Это не может исполниться. Потому что это вопреки Слову Божие. Давид говорит, я мирен, но только заговорю, они к войне, не к спасению идут. Христос говорит, мир на земле, Сын Божий сошел на землю. И что, мир установился? Там уже точат мечи. Там его гонят, там он бежит. И разделю трое против двух, сноха против... Будет идти матери, все против будет. Да где ж тогда мир? Надо понимать другой мир. И то поражение, которое терпят христиане, отступая по заповеди от мусульман, допустим, это не поражение, это победа. Победа в доверенности Христу. Я верю ему, и он обещал получить, дать мне награду. Надо научиться заповеди смотреть на сегодняшний день. Чистое сердцем. Да, шагу не дадут, шагнуть грязью забьют тебя. Что угодно сделают с этим человеком. А ты положись на слова Христа. Он обещал мне награду видеть Бога. Вижу Бога я всегда, каждый день. И вот ты его будешь видеть чистым сердцем. Это просто как бы в отступлении сказать об этом. Всегда применяйте на сегодняшний день. Вот тогда понятно, ты понимаешь, о чем идет речь. Блаженны нищие духом. Ты много нашел людей, которые тебе объяснят, что это означает? Да ведь мало обещания-то. Не земля обещается, а Царство Небесное. Нищета духом предполагает, что ты сидеть не будешь, сложа руки, будешь трудиться.
тебя все время будет желание продвигаться вперед. Ты в домашних условиях кончишь и семинарию, и академию. Потому что ты все время будешь осознавать, я такой нищий, мне ничего нет, мне не хватает и не хватает. А я буду хватать эти звезды с неба. Так ли это? Но я хожу еще, батюшка скажет, и этим только довольствуется. Я вопрос маленький задам, вы, если можно, то не скройте. У вас кто-нибудь ездил за рубеж, в Таиланд, там, Китай, туда, в Южную? У вас у кого, родственников или у знакомых? У меня. Кто-то из наших есть? Так, вот я тебя и спрошу. У меня сестра есть. Хорошо, хорошо. И мы были в Иркутске, вот там, в Красноярске, у твоей мамы. С твоей мамой Валентина Александровна, если не ошибаюсь, правильно? Да. Мы просто друзья. И пока там все это спят кто-то, а мы с ней уже на кухне шепчемся, чтобы других не надо. И вот у них холодильник, вот весь эмблемами какими-то. Я подошел, а там каких только нет, и черти, и демоны. Я говорю, откуда? А на восток ездили, в Таиланд там привезли. Я говорю, они не обидятся, если ты... Это же еда-то твоя отравленная здесь, в холодильнике-то. А то у меня уже не первый холодильник, я спасаю-то. Она, я не против. И мы с ней все отковырнули. Набрали большую сумку, и она готова сейчас вынести на свалку. Я говорю, подожди, я-то сяду, уеду, а ты-то останешься. Потянешь ли ты? Ты пока спрячь за холодильник. Если невыносимая обстановка будет, ну пусть они выкатывают своей рукой, опять клеют туда. Я не знаю, чем дальше закончилось. Ну, закончилось следующим. Холодильник сломался. Никто не ожидал, да? Я приезжаю, и сестра думает, как ей этот холодильник за 60 тысяч... Это кошмар. Что ей теперь делать с ним? Она его отдает в ремонт. Ей ремонтируют за 9 тысяч. Отремонтировали и говорят, все нормально, отремонтировали. Представьте, это там грабина здоровенная, огромный холодильничище. Его туда-сюда пока перетянули, а она вся на нервах, она же сама не может тянуть. Это рабочих нанимать надо, все. Поставили, включают его, холодильник опять не работает. И вон... Не работает, потом через некоторое время включится, поработает сколько-нибудь, поморозит, опять раз не работает. Она говорит, я, говорит, уже не знаю, меня, говорит, уже, говорит, колотит, что мне делать? И Господь послал, видать, меня туда. И оказалось, что там что-то с проводкой, и проводка периодически замыкала. А я как раз сделал ремонт и нашел это. Ну и как только сделали новые провода, включили холодильник. Так, видите, но я вспомнил идол это. Идол эти, что? Я вспомнил про идолов-то. Да. Нету. Идолов нету, там азбука у них. Ну, чтобы это... Понятно? Вот мы проехали тогда у Николая, там кто были, мы оставили там след. Но мы сделали так щадяще. Снять-то сняли, но на всякий случай, а мало ли что там поднимется. Отец-то у него другой формации, это не мамка. Он по-другому смотрит. Не. Мы приехали в Москву, да теперь он нам... На моей сестре женатый, у него дома. И холодильник, и тоже приклеены вот такие вот рогатые. Я говорю, а зачем это сделали? Ну, как-то сделали, там гипоксид или какая-то смола, там что-то... Так, а если убрать? Да как убрать? Это сестра привезла. Так она же спит сейчас. Он тогда берет отвертку, и она сразу откатила. Она только для виду, она не крепко была-то. Он все их сломал, а мать-то встала и... Во, нету. Я уже давно хотела убрать. И все на этом заглохло. Мы хоть какое-то усилие. Ну, встал, говорит, как Гедеон-то дерево сосрубил, которому поклонялись. А жители пришли поклоняться, дерева нету. Они давай его искать, убить. А тогда отец заступился, говорит, за что вам сына-то бить-то, когда это... Ты вы научитесь смотреть на это. Если у вас дома есть подобное, проверьте себя. Я вчера прослушал одного хорошего священника. Ну, говорит, все правильно. Как его вызывали и как он освящал, а там эти идолы. И эти люди-то, главное, жертвовали, для церкви много жертвует-то. Но я, говорит, не могу освящать, кого освящать, когда идол-то? Они с мужем шепчутся, хорошие оба, такие мягкие. Но, наверное, мы их соберем, у нас дача там неосвященная, мы увезем, пусть на даче будут. Дача-то неосвященная, идол там потерпят. Но этот компромисс был разрушен. Куда она дело, не знаю, деньги громадные просто, потому что оригинальные вещи он называет как. И тут же говорят, вот там Тихон Задонский, и он был любимый у Петра Первого, этого антихриста русского, и он его как-то пригласил во дворец, а там он выставил языческих Венера, Юпитер, они голые стоят, статуи. И он не пошел, пока не убрали. И думаю, священник и жития не считал, не считал, не убрали. А Петр накинул покрывало, пока епископ там был. Никуда он их не убрал.
Да, это был святой, да, он, ну, дальше до конца не стоял. Подослал бы своих людей, давайте, кто готов умереть, ночью разбить. И все на этом конец. Святые везде так поступали. Все жития переполнены этим. Я не призываю, я просто говорю, один из вариантов был такой. Россия могла как-то сдрогнуть хотя бы. Ничего этого не было. Меня одна приглашает учительница. Пригласила по-другому. Я библиотеки составляю. Как? То есть уничтожаю. Вот вызовут, и я библиотеку рублю на три части. Одна часть совершенно негодная. Лео Кассиль, там Карл Маркс. В помойку. Другая классика. Басни, Пушкин. Ну все это. Это оставь себе. А есть такие, которые средние, там Диккенс, не поймешь куда. Ну не против. Ну сдай где-то, деньги получишь. И вот я сижу, бывает, до 4 ночи, отрываю корочки. Я переплетчиком был от книжек-то, которые мне нужны-то. Вот. А потом гляжу, у ней наклеены вот эти вот такие это, маски. Ну не знаю откуда это. Здоровые, керамические, обожженные. -то. А ее, кажется, Олимпиада звать. Женщину-то эту. Я говорю, да какое же у тебя благословение-то здесь-то? Я не вижу, у меня все, говорит, не так как-то получается. А ты согласна уничтожить? Да. Она их тоже сгребла. А я был не один, кажется, у меня брат остался. Она вышла, ну, представь, 4 часа ночи, а может даже там полчетвертого. И она разбивает вот так вот. А они такой грохот издают, оказывается. Он говорит, я в комнате сижу, слышу, говорит, грохот туда-сюда, туда-сюда. Ну и в конце концов, она все расколотила за ночь. У нее так много было. Библиотека, мировая литература, 300 томов только было. Ну, это можно было выбрать и часть сдать. Вы всегда смотрите, где можете применить свои знания. Где можете свет Христов пролить. Вот мне утром звонят вчера. Ну, звонят через интернет. События в Украине складываются так, что не сегодня, а завтра начнется революция с кровопролитием. Показывают, как учатся НАТО. Обучают украинцев на эстонской территории, как убивать, резать, спускаться, проникать, отравлять. Это явно, что на людях это должно быть. Это должно где-то вспыхнуть. И те, которые против, они будут сейчас бросать гранаты там, где, ну, Беркут называют у них там, ОМОН, сдерживают. Ну, то не будешь все время со щитами стоять, когда своих убивают. И ясно дело, загребит оружие, а они этого ждут. И они просят помолиться за нашу страну. У меня как-то не складывается Украина, наша страна, она и наша. Я говорю, я окружен, у меня рядом Пащенко, там Савченко, у батюшки Антоненко. Ну, все украинцы рядом, мы одна нация. Это не другая страна. Это нас сатана развел по разным углам. А я даже не знаю, какая это страна. Ну, молимся, чтобы как-то Господь пронес. Но они должны думать, за что это и как. Они сильно увлеклись сектантством, там эти все, кого только не было эти. Сандей там это все, который обман. Это все Украина. Они оранжевую революцию делали. И вот, пожалуйста. Значит, просьба, передаю всем, помолиться за наших дорогих братьев Украина. Украина. Они говорят, что готовят большие провокации Киево-Печерской лавре, особенно 2 дня вот эти вот ожидают. Большие провокации. Им нужна кровь. И те, которые делают это, их дети будут страдать. Революция, как правило, пожирает своих вдохновители. Робеспьеры, все эти Троцкие, все они гибнут от революции. Это ведь может быть репетиция перед тем, что у нас в России произойдет то же самое. Об этом и говорят. И дальше выступление Путина. Вот, к слову сказать. Я не путинец. То, чтобы... Нельзя слово сказать. Скажешь, сразу меня зачислят в другой разряд где-то. Но если он говорит правильно, почему не помолиться об этом? Ну, все-таки... Что-то управляется, нет войны, здесь не взрывают, там, ну где-то там взрывают в Волгограде. Там. Но остальное-то все-таки меняется что-то. Сумели сохранить Россию, не перерубили пополам Татарстаном и другое-то. Вслед за Чечней и Дагестаном отпадает все подбрющее российское. Ну нельзя так, да, он не пример. В семейной жизни никудышный. Патриарх обязан обличить его, как Ирода обличил Иоанн Креститель. Незаконно я тебя, он говорит, не буду жениться, вроде говорит, там никакой, ни Кабаева, никого нет, это обман. Ну, я не знаю просто, я знаю, что Стоян стоял в храме, стоял венчанный, венчанный он был, оказывается. Более. Так, ну просто надо разобраться и помолиться. Я за него каждый день молюсь, и мне, это наш правитель, я не могу не молиться, но и одобрять все мы не можем. И он сказал, у нас, поверьте, вот что там делают сейчас в Украине, этого не будет. Я видел, он выступает сам. Так что те, которые надеются, что у нас вот это вот будет, этого не будет. Если уж до этого дошло, я хотел двух человек вам назвать.
попроси, чтобы их... Давай, давай. Двух человек, чтобы помолились о них. Я каждый день за них молюсь. Вы знаете, кто такой Квачков? Поднимите руки, кто знает? Так. А Хабаров? Хабаров, кто? Это два полковника. Первый там генеральный штаб не закончил, в разных войнах был контужен, что-то, а про него много написано. И их осудили, ему кажется, 12 лет дали. Просили даже больше. Готовили переворот. А оружие наше арбалет только старый какой-то. Арбалет стрелой стрелять. То есть ничего нету, зла никакого не сделал. Да, он говорил о том, о чем говорит сегодня Андрей Кураев. Я знаю его. За него выступали, где ну ничего не двигается. И его куда-то на север отправили, где там лагеря. А ему за 60 лет уже. Это явно на верную смерть. И второй его друг, товарищ, тоже полковник, тоже заслуженный в Афганистане, там весь в орденах. И будто бы они с ним говорили, какой он ГРУ, если говорил. И подосланные люди все записали, ему нельзя было отрекаться никак. То есть доказано 100%, в чем обвиняли. Но адвокат поставил так, что где-то там... Права человека, в ООН или где-то, что если правитель ведет не туда, то народ имеет право на революцию. Я такой статьи не читал, но я поверил. Народ имеет право на революцию. Да кто же это определял, когда он имеет, не имеет? Но они именно это и хотели сделать. Их посадили за дело, как по законам. Но смысл-то другой у них был. Они не хотели этого. Они хотели, чтобы было по-другому, чтобы не было то, что есть мафиозные структуры и коррупция, никто не скрывает. Я к чему призываю? Помолиться, чтобы они вынесли это, чтобы извлекли для себя уроки, чтобы они стали настоящими христианами, и чтобы Бог их вывел на свободу, если возможно, если возможно. Ну, их отрубили там, что было где-то, и все прекратилось опять спокойно Господь везде. Мы единственное, как можем участвовать, это молитва. И маленькое замечание нашим братьям, кто считает. Я открыто говорю это, поэтому... Вот у нас прислушался к тому, что я говорил, Игорь Третьяков. Вы считаете, Иоанна Златоуста, и все места, которые в Новом Завете Ветхого, они написаны по-старославянски. И они не могут правильно прочитать. Тут вчера видели, батюшка считает, он путается. Почему? Не подготовился. А надо заранее выписать эти места. Страница такая-то, и дальше по-русски так, и по-русски. Сегодня батюшка уже все подготовлено, считает. И не надо его переводить и надуваться. Как переводить? Когда я читал Златоуста, я не мог написать, это же не одна проповедь целиком. Я вот так вот читал, называется «Чтение по диагонали». И сразу славянски читаю текст, переводил по-русски и дальше читал. То есть тысячи мест Библии я прочитал наизусть. Ну, кто как может. Я не мог написывать, останавливаться, потому что это не проповедь одна, а 12 томов по 900 страниц почти. Так что, кто занимается этим чтением, вот... Пример я показываю на брата Игоря. Он это все делает, отпечатает. И как только нужно, глаза перевел, прочитал по-русски и дальше пошел. Вы подскажите тем, кто считает. Вы там впереди стоите. Так. Давай. Что-то Алексей хотел сказать. Можно, я хочу внимание всех привлечь и задать вам вопрос. Началась Олимпиада наша, выступает президент Путин. И, по-моему, с его стороны он призывает к примирению на перемирию на время проведения Олимпиады. Вы знаете об этом, да? Когда проводится Путин, когда проводится Олимпиада, прекращаются все войны. Ну скажите, это плохо? Отлично. Стоит патриарх рядом с Путиным, благословляет наших лучших спортсменов. И эти спортсмены должны что? Поднять престиж страны на политической арене. Это плохо? Хорошо. Хорошо, прекрасно. Просто удивительно. Построили огромные спортивные комплексы, которые будут в будущем использоваться для улучшения здоровья молодежи. Это плохо? Не будет этого. Да, везде заброшено. Дайте сказать, Игнатий, дайте сказать. Плохо. Разве это плохо? Ну, ты спрашиваешь еще. Ну, прекрасно все понимают. Мы граждане этой страны. Мы помимо того, что мы самые главные верующие и относимся к церкви православной, но мы еще граждане страны. Как должен вести себя гражданин? Он должен все-таки чувствовать патриотизм в стране и быть солидарным друг с другом. Это же хорошо? Плохо. Очень даже. Ну дайте я договорю. Ты вопрос задаешь. Это риторический вопрос. Потому что все
мы прекрасно понимаем, что это хорошо. Гражданин должен укреплять государство. Должен укреплять небо. Это христианин. Так вот, к чему я говорю? У Пушкина есть одно произведение. Вы, наверное, его знаете. Это «Пир во время чумы». Знаете, да. И что там рассказывается? К чему я это веду? Когда мы говорим о лучших спортсменах, означает, что каждое государство, страны привозят своих лучших спортсменов. И вдруг наши российские спортсмены, биатлонистки или еще какие-то где-то, попадаются на допинг-контроль. А что это такое? А применение наркотиков, стимулирующих веществ. Для получения чего? Первого места. Так что, мы теперь понимаем, как зарабатываются первые места? На прошлой Олимпиаде, когда одна из кореянок, или не помню кто, не дали за раперистка, не дали там что-то там засудили, оказывается, еще судьи могут засудить. Она не уходила с этого с подиума, не с подиума, а где выступала, да, то есть показывая про протест, да, тем самым. Оказывается, деньги еще играют. И если мы увидим, всегда за каким-то пиром есть другая сторона, та сторона, которую мы не видим. Это спортсмены, которые, оказывается, покалеченные жизнью, покалеченные этими допингами, да, этими наркотиками, которые нарабатывают эти мышцы, и потом у них трагедии, трагедии. И сколько... Скажите, а какое чувство у чемпиона вырабатывает основное, которое рвется на первое место? Тщеславие. Тщеславие. Гордость. А с точки зрения христианина, это одно из ужасных... Если мы внимательно посмотрим, что проповедуется, что делается, Олимпиада, это опять же, как Игорь сказал, Олимпийские игры, это все эти божества. Четкое понимание есть, да, осознание того, что к чему все это идет, это та сторона, о которой я хотел сказать. Ну, слава Богу, все я сказал. Так, в конце я хочу одно слово еще сказать для поколения более раннего, который знает. Скажите, кто знает, кто такой Матиас Руст? Мало что. Так, скажи, пожалуйста, да, кто это? Немецкий летчик, молодой, в 87-м году долетел до Москвы и сел на Красную площадь. Я как раз в это время служил в армии, как раз к дембелю готовился. У нас был, можно сказать, по всей армии страшный переполох. По тревоге подняли, всю дивизию построили, комдив такую бучу устроил. К нам, говорит, уже немцы летят на Красную площадь, садятся, что это такое? Вот такое событие было. Май. Конец мая 1987 год. Матиас Руст посадил спортивный самолет, но не на самую Красную площадь, там было очень много народа, а на мост возле Красной площади. Все. Народ сбежался, он давай там раздавать автографы, но тут же быстро КГБшники прибежали, его скрутили. Его потом посадили в тюрьму, но очень быстро выпустили, отправили обратно в Германию. Он оказался дебошир, его потом еще в Германии посадили в тюрьму. В общем... Такой известный. Дело в общем, сегодня все это расследуют, и его пригласили в Россию, он прилетел сюда. И он теперь выступает, ну тут составлено было «Будь здоров». Нашли всех, кто какую должность занимал. В то время был маршалом Соколов. Это единственный маршал, который пережил столетие, 102. Маршал. И они составляли, дальше называют там генерал армии, это главная позиция была Горбачеву. Он ничего не мог сделать. А одним махом он сразу в один день всех уволил. То есть это настолько была продуманная акция, но не знает, кто руководил, знает примерно только где-то. И где он садился, ему мешали провода. Накануне все провода убрали на Красной площади, столбы убрали, чтобы он крыльями не задел-то. То есть его ждали. И все это было заснято. Он не на Красную площадь, он завалил туда уже, готово когда. И сегодня все это показывает. Были хорошие, которые... сопровождали его там на самолетах, его не сбили, указаний не было. И как он летел, сегодня все до минуты разложено и показано. Это была спланированная акция, и, конечно, на очень высоком уровне. И как это Василий, с ним все это было. И Василий. Он прилетел, так вот к нему заходит и говорят, вот, я Василий. Полковник. Василий, ты куда? Другой генерал-лейтенант, Игорь. Вот. И что они? И говорит, ты нам всю жизнь поломал. Дальше показывает. Ну как? Ну я не знал, он отвечает, я не знал. Как не знал? Откуда бы я знал, что ваша власть будет карать тех, которые невиновны? Почему в этот день эти станции, которые следили ПВО, были отключены, там какая-то профилактика? Все было сделано как надо. И поэтому то, что нам сегодня преподают, говорят... Свое время только открывается. Ты только молись. На его прилет я даже стихотворение как-то написал. Тогда, в то время, когда он был.
И поэтому какие сегодня, где происходят события, мы ничего не можем сказать, кроме того, что они допущены Богом. Вот нужно учиться повторять эту фразу. А на пользу или нет, нам это все на пользу. Нет тоталитарного режима, мы свободны в этом плане. Церковь упустила этот момент свободы, они ничего не сделали. Вообразите, что сейчас, если бы они это поняли, то было бы тысячи общин. А сегодня патриарх об этом непрерывно говорит. Благодарю Бога. Вот по этой теме, по провокации, вот читал высказывание из Беркута, спецназовца, который стоит там на Украине, там, и говорит о том, что там готовят в Эстонии этих бандитов, украинцев и так далее. Дело в том, что, говорит, дали бы нам волю, возможность, с нашими силами спецназовскими, мы бы их легко в течение там одного дня бы просто бы ликвидировали, даже без крови, без всего. Но нам, говорит, специально не дают приказы. И вот этот как некий спецназовец Беркута считает, что в правительстве Украины просто предательство. Вот такое есть мнение. То есть, говорит, просто ликвидировать там хоть самых сильных, хоть тренированных, они, говорит, мы легко бы это все сделали. Но, говорит, нам не отдают приказа. И, говорит, обращаемся в высшие круги, то один генерал там ушел в отпуск, другой заболел почему-то резко. И, говорит, если мы сейчас что-то сделаем, то всю вину возложат на нас. Поэтому мы умираем. Там скорее не предательство, а сценарий, который спущен из-за океана. Он правильно сказал, предательство. Надо защищать, они отдают труд. Это предательство. Одному Беркуту в шило воткнули, ну и так далее. Но в Беларуси у Лукашенко этого нет. И вряд ли это может быть такое. Но не забудьте, что Украина, если вы посмотрите, где были атакованы администрации. Подождите, я сейчас немножко скажу, вы этого не знаете. Где были атакованы администрации, это все те города и те районы, которые когда-то приняли католическую унию. Это униатские страны, а это вот эти регионы. А вот этот регион восточный, это России принадлежал всегда. То есть как пограничный рубеж был, но Россия отдала его в свое время в Малороссии, Украине. Это еще Сталин сделал с Берией. И об этом как раз сейчас обсуждается. Для того, чтобы экономически Украина, ну, выглядела более солидно на фоне там и других тоже республик. И поэтому она разделена уже была еще тогда, это в 13 веке, когда первые унии составлялись только. И это видно, им не надо там подготавливаться. Этот Беркут, который говорит, мы там легко можем, со стороны их легко, и там этих западенцев еще больше легко. Потому что они потомки Бандеры, потомки Петлюры, они всегда готовы на защиту родной Украины. Это и понятно. И давным-давно это должно было произойти и произойдет в конечном итоге размежевание. Поэтому мы молимся, но молимся о том, чтобы Господь в этих испытаниях послал тем людям, которые там на Украине уверуют или уже уверовали, истинно верующих православных людей, чтобы он их укрепил, когда начнется эти события, которые перекинутся, конечно, на Россию, и нам тоже достанется в конечном итоге. Не отсидеться же. Можно мне сказать, Игнатий Ильич? У меня вот, что я хочу обратиться к вам. Игорь, это Андрей, не переводи, пожалуйста, Андрея. Игорь, что? Андрей, не переводи, пожалуйста. Это у нас Насте только мы собираем, вернее, для христианина самое главное, это что? Пост, молитва и милостыня. У нас одна только семья, которой мы можем оказать милостыню. На питание больше ни на что. И это самое, Надя каждый раз призывает к тому, чтобы мы пожертвовали, то есть передали милостыню. И она, как это самое, вопль вопиющего в пустыне, кричит, в смысле, трясет этой коробочкой, а там только 100 рублей. 150. Три недели уже ничего уже нет, три кроме недели 100 рублей в неделю. Ну можно же детям на питание. Одна семья на всю нашу общину. И потом милостыня – это самое главное для человека. Все покрывает, что милостыня, а мы ее не можем подать. Так будет, потом будем плакать о том, что некому подать милостыню. Вот я расскажу про себя. На день рождения я ходила у Дмитрия Ростовского. Взяла яблоки специально, думаю, пусть алкоголикам я подам эти яблоки. Но яблоки, они яблоки же не купят. Пришла туда, и там ни одного не было нищего. Так я с горем ушла оттуда, думаю, мне и передала там это. Говорю, пожалуйста, как они появятся, передайте им, раздайте милостыню. Поэтому я призываю к тому, чтобы все
это сам, кто может, у кого сердце расположено, милостыню это давали милость. Мы давали милость. Всякого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Богу за все. Аминь. Аминь. Можно маленького объявления сестра? Не забывай, что надо. Немножко посмотри, что тут будет. Братья печку топят, уголь с рук и все вот это. Кто дежурит, имею в виду. Братья не братья, а Владимир Пащенко. Нет, почему он-то будет мыть? Дежурные, кто дежурит? Нет, просто... я говорю, он. А, он, брат, да, а правильно, что, брат. Спаси Христос, брата. Больше на себя тратят, поменьше на себя тратить, и тогда мы...